Четырехметровая живая ель, волшебные арт-объекты и большая горка, а еще ажурные фоторамки, в которых можно сделать селфи в полный рост. Парк Аполло преобразился к Новому году. Взрослые дети уже оценили праздничное убранство. В парке Аполло царит праздничная атмосфера. Вокруг четырехметровой живой ели дети водят хоровод. Кто-то катается с большой деревянной горки на ватрушках. Главная аллея поблескивает разноцветными гирляндами. Вдали виднеется инсталляция с цифрой грядущего года 2023. К празднику Аполло преобразился силами водоканала. Не первый год муниципальное предприятие вкладывает средства для поддержания одного из старейших парков города. В наступающем 2023 году наш детский парк Аполло в центре города Кирова может однозначно претендовать на парк с самым лучшим новогодним убранством. Это все благодаря нашему муниципальному предприятию «Водоканал». Без их помощи, без их участия этот парк бы не блистал так и не стал бы любимым местом отдыха кировчан и гостей нашего города. Вся территория парка украшена световыми фигурами. Тут и балерина, и шарики, и даже ажурные фоторамки, в которых можно сделать селфи в полный рост. Жители города и гости из районов оценили новогоднее убранство. В этом парке мы уже второй раз. И сейчас нам тоже очень все понравилось. Елочка с огромными шариками красивыми, горки. В общем, все замечательно. Ну, конечно, сказочный такой уголок. Мы уже нашли себе интересные места, где сфотографировались. Шикарно все, горит огнями. Просто елка восхитительная здесь стоит. Приходим с детьми играть. Очень нам нравится здесь. Каждые выходные в парке проводится интерактивное мероприятие. Аполло ждет в гости с 8 утра до 10 вечера. С